Сегодня в ряде СМИ прошла информация о том, что умер так называемый лидер маджахедов Татарстана Раис Мингалиев, взявший на себя ответственность за теракты в Казани против лидеров мусульманского духовенства республики. Видеоролик с его похорон появился в интернете. Предположительно, мужчина умер 9 октября. Однако эту информацию в Следственном комитете Татарстана не подтвердили. Возможно, это инсценировка. И сейчас проверяются все версии. Следственные органы не располагают какими-либо документальными сведениями, опровергающими либо подтверждающими факт смерти Раиса Мингалиева, который является руководителем маджахедов Татарстана. Он по-прежнему числится в международном розыске. В настоящее время осуществляется проверка информации, выложенной в интернете.